Для того, чтобы врач научился хорошо лечить, он для этого должен получить милость от пациентов. И вот именно так это в моей жизни всегда работало. Какой-то пациент, фанатично настроенный, требовал от меня вылечить его. Я вижу, что я не лечу такую болезнь. Он говорит, давай пробовать. Я разок одну болезнь, по-моему, с астмой пришла одна женщина. Я пробовал лечить целый год. И она ходила и ходила. Я научился, ее вылечил в конце концов. Я бы сам ни за что, через месяц я уже понял, я ее не вылечу. Она говорит, продолжаем, продолжаем. И она так лечилась. У нас не было договорено, что я за лечение дополнительных денег не беру, просто мы вот лечим, она, я трачу силы, чтобы вылечить ее, а она терпит. И мы сражались. Я уже думаю, Господи, когда бы она ушла уже, все, сколько можно, целый год. И она вылечилась. Я научился лечить астму, понимаете, по ее милости. Так действует.